Я на самом деле не фанат европейских фестивалей. То, что они обычно показывают, связано с подсветкой фасадов. Светохудожники часто забывают об идее и контенте. Здесь, в Екатеринбурге, я хотел сконцентрироваться на свете, с помощью света рассказать о каких-то городских маленьких историях, может быть, даже о чувствах. Вообще, повседневная красота — это то, над чем я работаю. Например, вот этот луч света, который дает голубой блик, проникающий через стакан. Обычно мы не замечаем простой красоты в своей жизни. Просвещение — это то, на чем я бы хотел сконцентрироваться.